Ребят, всем привет! Сегодня суббота, и мы приехали на свадьбу. Я извиняюсь, потому что солнце светит прямо в глаза. Мы приехали на свадьбу, мы сидели на службе, так как молодожены, они венчаются. Но ушли оттуда, потому что Таисия начала разговаривать, пытаться встать, убежать, потанцевать, пока там пели песни. Поэтому мы решили выйти вот на улицу. У меня как раз появилась возможность, пока нету людей, хорошая погода, записать вам видео. Я уже заметила некоторые отличия от моего привычного понимания свадьбы или того же самого венчания. Обязательно вам о них расскажу и поделюсь. Поэтому, если вам интересно, как проходит свадьба в Швейцарии, то смотрите это видео. Приятного просмотра! Вы знаете, первое, что бросается в глаза на швейцарских свадьбах, когда вы вот приезжаете, неважно, либо в церковь, либо в там, место, где празднуется все, это как люди одеты. То есть в моем привычном понимании вы должны прийти нарядные на свадьбу, потому что это праздник, это раз в жизни такое случается. Понятно, что сейчас молодожены отходят уже от каких-то там определенных традиций, гости уже не наворачивают себе пятиэтажные букли на голове или какие-то непонятные платья в виде вишенки на торте, дети в этих вот синтетических платьях. Такого нет, естественно. Но здесь просто сразу бросается в глаза, что кто-то пришел красивый, нарядный, а кто-то такое ощущение, что просто вышел в магазин за хлебушком, если честно. Я была однажды на свадьбе, и там были гости, которые пришли просто во вьетнамках, сланцах, шортах и майках типа алкоголичек. То есть это очень странно. On la connaît pas, hein? Je crois qu'il sait. Il s'est rasé le bleu, lui. Bête! Мы сейчас приехали на аперитив. В общем, вот все люди, на столах стоят различные закуски. Здесь кто-то помогает еще делать, там кухня. Здесь девочки помогают, то есть подруги, друзья, семьи, они помогают делать закуски. Мы на улице немножко гуляем. В общем, такая вот территория большая. Здесь вот это здание, непосредственно в котором будет проходить ужин. Дети гуляют, детская площадка есть. Там вот аперитив на улице, потому что погода позволяет. Поэтому все люди стоят на террасе. И вот так дальше идет еще место для игр. Здесь поле. Заказать помещение может любой, в принципе, желающий. На любой праздник, какой хотите. Единственное, что нужно договариваться. Повара будут ваши, либо нужно нанимать кого-то. А так здесь все, в принципе, есть, все условия. И даже есть место, где переночевать. Мы только зашли в зал, посмотрите, какая сервировка стола, очень красиво, очень симпатично, и каждый стол, он по-разному сервирован, но в одном стиле приблизительно. Так что мы сейчас усаживаемся, мы стояли на аперитиве 2 часа, очень замерзли, поэтому люди начали уже немножко подговаривать всех этих зал. Это бонбоньерки такие, а внутри медаль с... Я
вложить подарки. Здесь вот такой стол, сюда можно написать, кто есть кто. Вот поставить печать и написать, кто это. Заранее попросили принести сладости, например, шоколад, чай и какие-нибудь специи. Подарки. И вот сюда вот книга с пожеланиями. Можно... Сюда можно вставить фотографию и написать пожелание. И подарки. Сам пиано. Я уже поставила вот сюда свой пальчик. Основное, значит, это мясо свинки лесной, салат, гратан и овощи. Ces objets uniques, récupérés lors de fouilles qui ont eu lieu à la route des Agites 1 à Aigle, révèlent une grande richesse d'âme de la propriété. Сейчас играем игру, в общем, это что-то вроде аукциона, нужно молодоженам что-то предложить, например, приготовить с ними пирог, тот, кто хочет сделать вставку, тот говорит, что приготовит пирог, например, и сходить с ними в кино, те, кто не согласен, могут сделать еще больше вставку, то есть они должны первым в болото забрать и придумать что-то еще. Очень забавно, мы ждем, пока пройдет игра, и затем будет десерт, но я уже отправимся домой, потому что мы очень долго ждали, пока принесут. Все готово для того, чтобы занесли тортик. Будем сюда накладывать и наливать шампанское. Мы уже в ожидании. Скорее бы на часах 11 часов. Давно пора отведать и десерт. Нам уже принесли тортик, наконец-то, пол 12 ночи. Он муссовый, так что сейчас будем пробовать с ягодками. В общем, ребят, я хотела еще рассказать по поводу свадьбы уже спустя какое-то время. Уже мы переночевали ночь, можно поделиться впечатлениями. В целом, я хочу сказать, что мне понравилось. Единственный минус, это, конечно, то, что мы очень долго ждали еду. То есть аперитив был 2 часа, потом, когда нас пустили в зал, мы еще 1.5 часа ждали еду. Я, в принципе, понимаю, из-за чего это произошло, потому что готовил на всех один человек. И потом уже, когда все гости собрались, ему помогали какие-то... родственники. Готовил, кстати, брат невесты. И именно поэтому, я думаю, что произошла такая задержка. Но потом же, когда подавали десерт, сказали, да, десерт будет после одного развлечения. Сразу же минут через 15. По итогу все получилось через 1.5 часа, потому что и развлечение затянулось, потом не могли найти специалистов,
специальную лопаточку, которую накладывает торт, не могли найти бенгальские огни, когда все это нашли, не могли установить, потому что подбирали, как будет красиво смотреться на фотографиях. В общем, это вот единственный минус, который я заметила. Конечно, если бы мы были без ребенка, а вернулись мы домой где-то в 00:30 и 5 минут езды от нас это место было, то мы бы, наверное, еще остались и развлеклись, потому что из 3 свадеб, на которых я была, именно само вот это вот настроение праздника здесь оно чувствовалось больше всего. И люди танцевали, и люди участвовали в конкурсах, поэтому здесь мне атмосфера понравилась очень. Ну и вот за счет того, что, конечно, маленький ребенок, нам пришлось вернуться раньше.